Всем привет! Вот получил недавно рюкзачок, долгожданный, шел 35, наверное, дней. Вот кожаный рюкзак, тяжеленный, 2 килограмма весит. Вот, много отделов у него. Ноутбук. Кармашки здесь, наверное, расстегивает. Ладно, один расстегнул. Неохота. Кожа, скорее всего, какой-нибудь спилок, наверное. За 6 тысяч-то. Хотя я его взял за 5, около... За 5 с лишним, не помню точно. Ссылки оставлю. Короче, блин. Вот. Дельчики, да, это спилок, скорее всего. Но все же лучше, чем дерматин какой. Доморощенный. Или эко-кожа, как сейчас популярно там. Из мусора и всякого говна, которое делается, которое потом веками будет перевето, ну, короче, разлаживаться, разлагаться. Чего мне не понравилось, это лямки узковаты, но это еще более-менее. Вот то, что на самом минимуме убавлены лямки и рюкзак. Ну, блядь, чуть ли там уже на жопе висит. Нет возможности регулировать, если только куда-нибудь отдавать. Кожу мастеру, чтобы он изменил, сделал более. Там, чтобы была возможность больше, ну, отрегулировать лямки. То это куда так, такие длиннющие? Это на самом минимуме. Тут кармашек тоже есть. В принципе, ничего. Но смотри, как будет носиться. Ну, такая кожа, она царапается. Ну, это специально так сделано. Типа Crazy Horse. Собирает все на себе. Смотреть, пробовать, эксплуатировать, что покажет, как будет в носке. Ну все, всем пока. Это был краткий обзор рюкзака Салика.